Дорогие друзья, безумно всех сразу видно, на сцену вышел культработник. И на самом деле, если честно, безумно рад всех здесь вас видеть в этой столовой первой школы по совместительству с зрительным залом. Мы, выпускники 15-летней давности, передаем огромный привет. И очень хочется сказать такие немножко заносливые слова. Мы очень рады всех узнавать, потому что проходит некоторое время, когда некоторых невозможно узнать. Но все узнаваемые, все веселые, бодренькие, счастливые и очень красивые. Мы 15-летний выпуск, если честно, первую школу не любили. Мы любили в нее ходить, любили это безумие химичить на химии, любили угорать на физике, любили бегать на физкультуре и безумно любили при усадебном участке. Все остальное нам жутко не нравилось, но все равно вся эта любовь, которая у нас есть и переросла. Здесь я что-то наслаблудил немножко, дорогие друзья, я все равно волнуюсь просто. Я громкоговорливый, а они вот такие вот красивые, хотят продолжить мою речь. Девчонки, кто возьмет микрофончик, пожалуйста, Мариночка, давай тебе. Всем спасибо! Связанные с вашими лицами. Когда мы вас увидели, придя сейчас в школу, мы просто годы школьные промелькнули перед глазами, это было настолько приятно, и все это вспоминать. Спасибо вам огромное за ваши знания, которые вы нам дали, за вашу любовь, за то, что вы нас учили не просто там, математику, русский, физика, что-то еще, за то, что вы нас учили дорожить друг другом, любить, вот, отзывчивости какой-то. В общем, спасибо вам большое за все, за все, за все. Мы вас очень любили, всех хочется. И громкие аплодисменты 15-летнему выпуску. Спасибо.